Не, вообще там... Миш, ну ты покажи хоть, вот, допустим, тебе забили, а ты не виноват, и виноваты только защитники чужие. Жест такой. Так, а вот, допустим, ты три пропустил за 10 минут в первом периоде, тебе надо идти на... Как ты тренеру показываешь? Что делать? Ну ты тренеру что-то показываешь, когда три пропустил, что типа я не виноват, я в порядке. Ты не виноват, как брызгал, я в порядке, а меня меняют. Спасибо.